Оранжево-черный. У нас для вас приятный сюрприз. Андрей Пятов дарит 43 пары вратарских перчаток для социального проекта «Шахтера. Давай, играй». Андрей, вспомни, пожалуйста, свои первые перчатки. Как ты их выбирал? Я не выбирал, мне подарили, по-моему, Илья Близнюк подарил. Они были с дырками, но для меня это было за радость. Поэтому хорошо, что сейчас есть возможность у меня детям немного поновее перчатки, новые перчатки подарить. И надеюсь, это им поможет. А сейчас как выбираешь перчатки? Тоже там с дырками, либо тебе передарят? У меня уже есть личный контракт, который там с фирмой, очень известной, поэтому никаких проблем. А в чем особенность выбора перчаток вот именно для твоих рук? Ну, это все-таки по руке, чтобы удобно было ладони, пальцам. Плюс это технологии новые, это пены вратарские, которые на ладошке. Поэтому очень, здесь технологии не стоят на месте, они также прогрессируют, как и везде, как и бутсы выпускают разные цвета, так и перчатки. То есть, получается, тебе делают по индивидуальному слепку перчатки? Ну да, индивидуальный слепок и индивидуальный кров. Так, то есть... А есть ли счастливый цвет, счастливые перчатки для тебя? Нет, они меняются каждые полгода, именно и цвет, и, в принципе, модель у меня приблизительно одна и та же, но вот цвета меняются. А что пожелаем ребятам? Ну, пожелаем достичь того, чего они хотят, именно в спорте. И хочу сказать, что для детей мы сделаем все, чтобы они развивались и... чтобы были счастливы, и каждый выберет свой путь, в этом мы им поможем, а не за ними выбор. Поэтому занимайтесь, играйте, давайте играть. Андрей Пятов из 43 пары перчаток для вас, ребята. Играйте в футбол, любите футбол. Давай, играй.